Это второй этап конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела инвестиций и инноваций. Он проходит в форме собеседования. Председателем конкурсной комиссии является глава администрации Борис Беляев. Он отметил, что все претенденты соответствуют квалификационным требованиям и своевременно представили необходимый пакет документов. Согласно положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности, информация была размещена на сайте администрации городского округа и в газете «Кумертауское время». Требования, предъявляемые кандидатам, наличие высшего образования, стажа государственной или муниципальной службы не менее 2 лет или стажа работы по специальности не менее 4 лет. Все кандидаты, которые подали документы, соответствуют предъявленным требованиям. На собеседовании члены комиссии могли оценить уровень профессиональных навыков и знаний претендентов. Вопросы касались законодательства о муниципальной службе, функций и задач отдела инвестиций и инноваций, а также в целом инвестиционной политики в городе. Кроме этого, кандидатам было предложено озвучить свои предложения по улучшению работы. Среди претендентов Ирина Ковалева. Она является специалистом данного отдела. Принять участие в конкурсе я решила по той причине, потому что для меня, в принципе, интересна эта работа. Работа заключается в том, чтобы привлекать извне потенциальных инвесторов в город Кумертау. Ирина Ковалева стала победителем конкурса.